Меня зовут Демиденко Анна Васильевна. Я работаю изготовителем мороженого участка цеха мороженого на предприятии по производству молочных продуктов города Могилев. Девушки, доброе утро! Доброе утро! Мой рабочий день начинается с планирования рабочей смены. Я прихожу к 8 часам утра, прихожу в цех, ну, переодеваюсь, как обычно, приготавливаю оборудование. Сначала его мою, ну и начинаю процесс. Утром мы получаем сливки, засыпаем, ну, все ингредиенты, сухое молоко, сахар. Потом предоставляем их в специальные, вот у нас называются контейнера, вот эти вот бочки. Сюда. Потом это, смесь гонится, готовится смесь. Она гонится через установку. Вот эта установка 95 градусов. Готовая смесь поступает у нас вот в те танки, которые у нас стоят. Из готовой смеси мы забираем. Специальная машина называется фризер. Я прихожу утром, запускаю его, включаю насос, мешалка, запускаю фризер. Это компрессор, который охлаждает смесь. Вот у нас параметры показывают. Показывают, какая температура, какое давление, какой воздух мороженого. Все здесь у нас показывается. Мне нравится ответственность перед людьми, чтобы люди пробовали вкусную, качественную продукцию. Коллектив у нас слаженный, коллектив у нас трудолюбивый, коллектив у нас отзывчивый. Но мы все сплочены, мы все друг за дружку, мы все друг другу помогаем. Я пришла сюда временно. Я здесь работаю уже более 10 лет и непосредственно полюбила молочные продукты больше всего. Я пришла временно, поработала сезон и, наверное, зарекомендовала себя. Меня здесь оставили, и все, мне нравится. Моя работа важна в том, что мы выпускаем вкусную, качественную продукцию не только для взрослых, но и для детей. Вы знаете, что дети очень любят. У меня дети взрослые мои, но очень любят мороженое, особенно пломбир. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.